На ягодичку. Зачем? Там никто не увидит. Хорошо, что-нибудь еще. Да, что-нибудь еще. Два неприличных слова. Главное, что почему не хотели идти. То есть это для офицеров предназначалось. Два неприличных слова написать. А почему на руке? И почему два так? Это для офицеров предназначалось. На правой руке только. Да, на правой. На правой, на правой. Ну, факью, да? Что? Да, чтобы было видно, только офицеры. Итак, тишина за столом господин Рапава. Господин Масидзе. Да. Господин Масидзе, ну так же нельзя. Вы позволяете знатокам говорить после истечения минуты обсуждения? Я их штрафую. Господин Масидзе. Но вы же этого не сделаете. Я попрошу вас подняться из-за стола, господин Масидзе, я вас вынужден удалить. Вы-то должны были проконтролировать этот момент, господин Масидзе. Да, вы правы. Не уйти? Можно не уходить, просто встаньте, господин Масидзе. Господин Етермишли, господин Абаба, извините, кто отвечает? Отвечает я, Митривели. Госпожа Митривели, мы вас слушаем. Сейчас странно, что такой вопрос мне отвечать. Но мне сдается, раз призывник именно не хотел идти в армию, следовательно, эти два неприличных слова предназначались возможному командованию его. И, в общем, в каком случае может командование прочесть эти слова? Только, ну, когда солдат отдает честь. Ну, вряд ли он бы на лице сделал себе такую татуировку. Так что, скорее всего, эти два слова были нататуированы на правой руке, и надпись становилась видна, как только он подносил руку к козырьку. А где на руке? Ну, они отдают вот так вот, то, скорее всего, на ребре ладони. Ваш ответ понятен. Господин Етермишли, ваш ответ. Господин ведущий, я очень удивился, что в команде, состоящей из 5 мужчин и 1 дамы, на этот вопрос про армию отвечает дама. Но, тем не менее, правильный ответ, если можно будет, я продемонстрирую для вас. И... Yes! Покажите, что у него написано на руке, покажите! Что у него написано на руке, покажите! 6-3! 6-3! Еми Тривели! 5 правильных ответов! Еми Тривели! 6-3! Сборная Грузии выиграла у телезрителей со счетом 6-3. Вот имена героев сегодняшней игры. Еми Тривели! Бесподобная, замечательная игра! И я вас поздравляю! 5 правильных ответов! Серго Тепарадзе! Серго, спасибо за игру! Сергей Капанадзе! Георгий Бахрадзе, Георгий Масидзе, Георгий, вернитесь за игровой стол, поздравляю вас. И капитан этой замечательной команды, капитан сборной Грузии Давид Рапава. Сборная Грузии, как и в прошлом году, обыграв команду телезрителей со счетом 6-3, становится главным претендентом на титул чемпиона мира среди телевизионных клубов «Что, где, когда». Давид, я вас еще раз поздравляю. Спасибо. А лучшего знатока третьей игры чемпионата назовет Илья Касанзаде, представитель компании «Азерсель». Илья Ханум. Господин ведущий, во-первых, вам учитывая... Вам предстоит очень сложный выбор, я вас понимаю, госпожа Касанзаде, но все же. Учитывая, что мы представляем интересы знатоков, хочу поблагодарить эту команду за замечательную, потрясающую игру, которую они сегодня продемонстрировали. Преклоняясь перед госпожой Митривели, мне кажется... Не подлежит никакому обсуждению и сомнению тому, что она является лучшим знатоком. Бесспорно. Поздравляю вас. Господа Митривели, вам как лучшему знатоку сегодняшней игры вручается великолепный приз. Мобильный телефон от компании «Азерсель». От сети лучших книжных магазинов города Баку от Алинино вы получаете книгу «Азербайджанские музыкальные инструменты». И я вам завидую, у меня такой книги нет. Замечательная книга. А наши постоянные партнеры, компания HP, учредила специальный приз мини-ноутбук HP 2140 для знатока или телезрителя, который заработает для своей команды победное 6 очко. Госпожа Митривели, этот мини-ноут, замечательный мини-ноут от HP, ваш. Сопли у чемпионата из Меотхе Дрес, Русет из Награби Дамарцхта Гадамскот Раунчи Ангарешит Ноли Текс. Боло Дрески Азербайджан из Награби Мац Датмо Шехведра Ангарешит Отхи Текс. Амгуарат,
საქართველოს ნაკრების გარდა ყველა სხვა გუნდმა წააგო ჭიდილი ტელემაყურებელთან. საქართველომ კი ერთადერთმა მოიგო თავისი თამაში და მოიპოვა 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ინტელექტუალურ თამაში რა სად როდის. Победителем второго чемпионата мира среди телевизионных клубов «Что, где, когда» становится телевизионная сборная грузинского клуба. Господин Рапава, я поздравляю сборную Грузии. Награда ждет вас. Хрустальный глобус от телекомпании «Игра» ваш. Результат турнира и получила в награду хрустальный глобус, главный приз чемпионата мира от телекомпании «Игра». Вот и подошел наш чемпионат к концу, друзья. Спасибо всем участникам чемпионата, спасибо сборной Белоруссии, сборной Грузии, победителям спасибо, сборной России и сборной Украины, конечно, спасибо. Спасибо сборной Азербайджана. Спасибо всем, всем, кто приехал и всем, кто нас смотрел. И, конечно, мы благодарим организаторов чемпионата мира, Министерство молодежи и спорта Азербайджана и лично господина Азата Рагимова, Национальный олимпийский комитет, телекомпанию «Игра» и лично Наталью Ивановну Стеценко. Благодарим наших партнеров, телекомпанию Space, благодарим Azercell и Атабанк. Спасибо вам всем, удачи, до встречи в 2010 году.